Искренность всегда привлекательна, особенно когда речь идет о творчестве. Концерт авторской песни Марии Маховой прошел в библиотеке имени Сергея Есенина. Перед люберчанами она выступала впервые, но душу слушателей исполнительницы удалось затронуть, несомненно, уже с первых нот. Писатель, поэт, преподаватель и режиссер – все это совмещает в себе Мария Махова. В библиотеке имени Сергея Есенина она провела концерт авторской песни. Под аккомпанемент гитары и альта она исполнила для люберецких слушателей собственные произведения. Музыка слова выше обычных фраз. Мы помолчим сейчас, где-то птицы летят на юг. Марию Махову до этого концерта многие знали лишь с одной стороны – в качестве поэта. А с Маховой – исполнителем, некоторые познакомились впервые. Также, помимо обычных гостей, в этот вечер в зале присутствовали и ее давние поклонники. Вот эти вот роковые нотки, они мне очень нравятся, конечно. И энергия, вот она захлестывает. Понятно, что вот ее поэзия, она настоящая. Это переживание сердца. Вот как раз вот переживание ее сердца, оно затрагивает и мое сердце тоже. Поэтому, конечно, ну это сокровенно, вот в ее стихах как раз сокровенное. И, конечно, может быть какое-то совпадение мировоззрения. Отмечу, подобные творческие вечера библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах проводит регулярно. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.